В минувшие выходные за помощью к магаданским спасателям обратились специалисты территориального центра медицины катастроф. На борту рыболовецкого судна женщина сломала ногу. К пирсу судно подойти не могло. Было принято решение, так как ближе был город Магадан, доставить ее в город Магадан. Соответственно, судно зашло в акваторию бухты Нагаева, и для того, чтобы эвакуировать ее на берег, нужна была помощь спасателей. Соответственно, дежурная смена спасателей с помощью альпинистского снаряжения произвела эвакуацию женщины на буксир морского торгового порта, и после чего она была доставлена на берег и передана специалистам территориального центра медицины катастроф для оказания дальнейшей помощи. По словам Павла Клочкова, спасательная операция прошла штатно. Специалистам удалось быстро эвакуировать женщину благодаря слаженной работе спасателей.